Слышишь, ты такая дерзкая, а? Ярослава Решетникова говорит, что на пляж пришла не в самом хорошем настроении. Но, услышав звуки музыки, присоединилась к танцующим. И настроение сразу пошло вверх. Пришла, на самом деле, с очень грустным настроением. Но, как оказалось, тут заиграла музыка, все стало отлично. Так что это очень сильно заряжает. Танцпол организовали прямо на пляже. На площадке под руководством инструктора люди танцевали зумбу. Присоединиться могли все желающие. Я вообще любительница фитнеса, давным-давно этим занимаюсь. А летом здесь очень мне понравилось. Я проходила по набережной и увидела, что здесь проходят такие прекрасные занятия. А зумба – это одно из моих любимых направлений. Заряжающая музыка, мне понравилось, прикольно. Сегодня достаточно неплохая погодка, поэтому мы вот сегодня выбрались сюда на пляж, увидели и присоединились. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно или в команде с профессиональным тренером бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Впервые акцию власти областного центра провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, сделали традиционной. Мы каждый год увеличиваем количество физкультурных активностей, количество локаций. И вот основной упор в 2023 году мы сделали на улучшение, создание более комфортных условий пребывания на территории наших акций. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летия Октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Актуальную информацию о расписании тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.